Здравствуйте. Привет. Как тебе? Для девочек сделано? Нет, это для самых настоящих мужчин. А, да? Да. Как тебе седло? Вот. Получше, чем то говно, да? Но оно поудобнее, оно типа такое мягенькое. Хотя да. Типа на нем жопу налезть. Вилка вообще мягкая, да? Я, может, как тоже контакт. Ля. Ну, рама чистая. А, ты без цепи, понятно. Его, короче, обводишь ролик нижний. Да, и просовываешь цепь туда, что в рамку. 20 минут, не могли замок перевернуть. Называется инвалиды. Ох, ацетончик, бля. Все, ребят, первая серьезная поездка, прям серьезнее некуда. 60 тысяч километров нас ждут. Да? 60 тысяч? 60 тысяч. Сейчас только в район соседний заедем за булочкой и все. Надеюсь, вы уже заметили мои обновки. Я балдею. Я на контакт. Без солнца, ребят, вообще холодно как. Блять, ведь. Ты понимаешь, что если бы ты меня подрезал на топталках, я бы все равно, блядь, упал. Мне без разницы, как бы. Чё? Обрызгал? В общем, мы уже 40 километров проехали. Думаю, те, кто меня давно смотрит, узнают этот спуск. И вот он в 40 километрах от дома. Мы уже у Байкала. Я думаю, вам все понятно, да? Тут еще вот снег лежит. Вот, так что это Байкал. Заправка, лол. А нам заправка не нужна. Страшно, ребят. Без тормозов. У меня заднего тормоза нет, кстати. Да, да. Блять, он реально легче? Он в разы легче, да? Стал. Ну, вот прям заметно, я да? Я его одной рукой держу. И он не перевешивает наперед. Да, он типа такой более стал. Вообще прикол, да? Ого, ты ого, я на контактах, ребят. Я на контактах. Я на контактах. Ну, кстати, поезд. Мы приехали отдыхать на заправку. Абсолютно понятно, что мы на электробайках сегодня катаемся. Да, вот. Я сегодня ого на контактах. Вот мой велосипед, кстати. И вот контакты. Надеюсь, сегодня я не упаду. Ого, ребят. Ого. Это контакты, смотрите. Мы уже, кстати, под Карелией, да. Мы под Карелией. И еще мы уже обратно вернулись. Мы уже, да. Вот. Сегодня у нас будет очень насыщенная, интересная и прям хорошая такая покатушка. Держите за нас кулачки. 60 тысяч все-таки. Ребят, квадрипл едет. Раз, два, три, четыре. Квадрипл. Ага, круто, да? Вот это да. Вот бы на таком, а? Привет. Налево, петушки. Вот это круто, да? Сань, ты как бы расчищающий, окей? Ага. Я не чувствую подъем. Нас так все хорошо объезжают. Ну это. Ой, блядь, привкус какой-то непонятный. Это арзы. Да? Каким-то носками, блядь. Тебе не кажется, что носками пахнет? Хорошо сидим, ребят. Вот, мне кажется, сейчас градусов, блин, не знаю сколько. Сейчас 12. Да, 12 на, градусов, на солнце 18, мне кажется. Арка? Арза. А. Смотрите, ребят, обмен гидраторами. Это как мочевыми пузырями обменяться, блин. Я выстегнулся. Нормально выстегнулся? Я тебе об этом говорю, но покажу, что ты это. Там прям вишня. Ты чё? Ешь. Бобик, на.
Ничего себе, какие крутые у нас места. Надеюсь, в эту сторону никто ехать не будет. Кому надо сегодня в будний день, а? Они очень сладкие. Кстати, ребят, персики вот засахаренные оказались, ну, повкуснее, чем курага, да? Угу. Повкуснее. И прям такой, какой? Абрикосово-персиковый вкус. Нежнее. Просто ставишь ногу и нажимаешь носком. Да ты чё, дура? И нажимаешь? Да дура. Да носком, блядь. Вот. И чтобы выстегнуться, надо тебе пятку в сторону. Все, выстегнулся. Знаешь, ну к этому привыкать надо. Мне вот ощущения такие спорные, когда у тебя типа ноги встёгнуты. Да. И ты такой типа, блядь. Ну вот я ещё левую хотел поставить. Когда же он упадёт, ребятки мои? Нет, ты чё, легко растёт. Ага, левый никак. Да. Ну подожди, не едь. Всё. Я когда давно ездил, тут говнище было. А ты про это говно говоришь? Да. Я как красиво. О, бабочка. О, дай попить. Ребят, вот такой я рюкзак хотел. Тут все есть. Тут есть отделение для гидрача. Тут есть такая штука, тут есть такая штука, есть вот такая штука для одежды, боковые карманы, поддержка бедренная, внизу, короче, чехол, здесь держалка для шлема, да? Для контактов. Для контактов. Тут, короче, на лямках, они прозрачные и каркасные, то есть продуваться у вас будет, на спине каркас. Стоит там, короче, десятку. Жду, ребят, вашей поддержки. Спасибо заранее. О, да! О, да! Вода! А вот, кстати, вот такой веселый мужичок нарисован, да. На, дереги. Немецкий, кстати? Чё? Фашистов поддерживаешь? В общем, нам нужно подняться сейчас вот на вот эту хреновину. Ну, как бы это не гора, да? По меркам Катал. Это просто пригорок. Да, нам туда нужно подняться. По меркам Кавказа, где мы находимся. Да, это пригорок. Хорошая фанера. О, смотри, летачка. Ну, самолет показывающий не заорла на ворот. Естественный изотоник, ребят, смотрите, минералочка. Такая, знаете, самая вонючая вот эта вот. Обожаю. Это типа дорога, по-твоему? Это она, да. Вот эта вот тропа на Google картах изображена как дорога. Ставь лайк, если на дорогу. Да ладно, пойдем, ты первый. У тебя от клещей защита. Ты первый, иди. Сейчас на тебя все налипнут и умрут. Я не хочу. Какая красота. Слышь, машина едет. Это за нами. Ну вообще красиво, да? Вот прям забрался сюда, в эту песчаную горку, и жить захотелось. Да? Да. Ой, как хорошо-то. Ой, хорошо-то как. Ой-ой-ой. Блин, тяжело. Слушай, давай вело сфоткаем. Я пешком пойду, да? Блин, вообще круто. Слушай, сок. Ага. Как же это прекрасно, ребятки. Кстати, вот кто построил вот этот забор? Ой, вот этот. Вот тому вообще лайкос зачет там. Что ставить, уже я не помню. Спасибо. Саня устал, я устал. Вот, мы полчаса уже. Да потрогай их уже скорее. Да. И чё, как они? Пушистые. Как сзади красиво, господи. Да, нам прямо нужно. Вот выйти за ЖД. За ЖД нужно выйти. И наверх. Можно тут вообще посрать. Ребят, смотрите, снег. Земля с пола, блин. Я вот так ненавидел в последнее время, а сейчас он, в принципе, ничего. Да, вот она, песчаная, вонючая дорога. Прям вонючейшая дорога. Какой ужас. Захотели воды набрать? Такие, ну, типа...
кран какой-то, сток. Обходим, а тут смотрите, что. Бля, мы, короче, в зиму въехали. Биом поменялся, ребят. Мы в Канаде. Мы в Канаде, блядь. Что за говно? Почему нам так не везет? Я провалился в снег. Ну что за кал, ребята? Почему? Какой-то бред. Я еду, Саня. Творогом. А? Но его там что-то не видать. Глубже давай, втыкайся. О. Отлично просто. Как же хорошо. Ой, по колено провалился. Прям чувствуется весна. Ноги уезжают. Ноги уезжают. Все. Все. Мы выехали к этой параше. Но самое интересное, что нам нужно, в принципе, на ту сторону, на правую, да? А тут везде отбойник посередине. Ходили мы в этом сраном лесу 1.5 часа, если не больше, да? Смотрите, блядь. Весна! Короче, мы, ребят, сейчас выйдем на дорогу. Да, пацаны! Да, нам повезло. Ой, бля. Как приятно! Россия! Очень быстро доехали. Ну, не доехали, но очень быстро ехали. На шоссере, наверное, бы тут вообще была полнейшая жизнь. О! Зашевелились. Здесь-то. Ты добрый? У вас там еда есть, вон там. О, смотри, смотри. На. Будешь есть, не? Да, будет. Этот сорт был не голодный, Федоровский. Зажравшийся. И этому тоже. вы не едите! Эй, Федик. А, все, они походу это... Они пожевали и выкинули, смотри. Да? Да. Машешь? Да. Ну все, ребят, мы в городе. Проехали мы 60 километров. У нас сегодня было лето. У нас была зима и весна. И собаки. Собаки странные, ей сразу не стали. Вот. Что я хочу сказать? Подписываться надо. На что? На Инстаграм, на Страву,
и в эту группу в Контаче, потому что там люди выкладывают свои поездки, вы можете их там покритиковать, ну и похвалить. Правильно? Отлично просто. Как же хорошо. Ой, по колено провалился. Прям чувствуется весна.